Бойцовский клуб. Команда проекта: Тарба Ариана, Кофуглы Сырея, Кофуглы Иснат и Ирсали Владислав. Актуальность проекта, то есть это его проблема. Отсутствие спортивной площадки приводит к отсутствию возможности заниматься спортом. Краткое описание проекта, то есть нужно построить спортплощадку, закупить инвентарь, создать условия и возможность занятия спортом у детей, обустроить двор для развития физических показателей. Проект мепахках это хошкол корче, а из гала сершер стахоп рабхят за пи меписит от зубжат пи обжарат школаче, а нас мгут зурхот обжарат школаче, я робас творча лакалек ахпат пи школаче, а я хя и шут фадзеп шо об дрипшт пи обжарат школаче, я робас и я его амзазы я цахцует уари уште мепахкует, а чем чира район я цанако школкаче. Era um projeto que уште еще курглоп уй нас арнапала кандара ашколхучко. Проект нас адунезик тяпса база конгресса проекту а яробас финанс цхрара атгалара хартует чаре спорты рускорзе фенткарат айлаки бас яйцем мяпахго проекту. Абрака айпалрачо и лыркауит ахучква рхата ргуз зухю изилахао рышколту стазаре хаих разухюна дыра ахучква рхата инициативу ква арпшны ргуала гарашыгу рбот и чтражу акри амшацки сайбит амшазы и ха ргу хатхыту айпалр язбшны и ха ятит ргуа хюраку зигир хюрату ухара уйт абхихучик и бхашазарги и убарату югу пахучка ргуй шахузари у айпалра. Хотелось бы отметить, что так как это уже четвертая встреча, которую мы проводим, то уже можно наблюдать определенную тенденцию среди тех идей и проблем, которые школьники описывают как наиболее важные и значимые в их жизни. И исходя из этого, мы уже намечаем определенные планы на будущее, которые мы могли бы использовать для того, чтобы позволить им думать, скажем, вне коробки, потому что те идеи, которые они представляют, они на сегодняшний день являются очень схожими как в Гудаутском, так и в Ачамчирском районе, а именно это благоустройство территории или зоны отдыха, отсутствие достаточного спортивного инвентаря. Также хотелось бы отметить, что в школах, которые мы посещаем в рамках проекта «Про возможности молодежи», очень мало кружков, которые учащиеся могли бы посещать и иметь к ним доступ в качестве дополнительного образования. На самом деле очень понравилось, потому что не каждый день к нам приезжают такие люди с абаза конгресса и предлагают нам свою помощь. Мы, конечно же, не против и, в свою очередь, тоже сделаем все возможное, чтобы помочь им, помочь нам. Очень дружелюбные, очень хорошие люди пришли, моментально создали дружескую атмосферу и сделали так, чтобы нам было очень комфортно.